Здравствуйте, друзья мои. Сегодня 3 декабря. Время 9:40 утра. Мы находимся на пересечении Волжского бульвара и Волгоградского проспекта и можем наблюдать вот такую интересную картину с моей точки зрения. Выезд, как обычно, стоит в пробке. Выезд на Волгоградский проспект в сторону Самары. Сегодня пятница, надо отметить, поэтому пробки больше, чем обычно. И вот мы видим картину, как задним ходом автомобили выезжают на Волгоградский проспект и далее на перекрестке разворачиваются и едут в центр. Вот мы видим, например, вот гость Чувашской Республики, судя по номерам, он вот совершает такой маневр, запрещенный правилами дорожного движения. Я напомню, что движение задним ходом на перекрестках запрещено. Вот видите, машины встали на светофор, сейчас они дождутся зеленых светов и поедут. Можно не поверить. Вот водитель, заметьте, водитель 99-й модели Жигулей вот подрезает Nissan. Он дает. Вот. Далее они едут на разворот, там где пробка. Вот он, водитель. А что в это время происходит справа? А справа происходит следующее. Новая партия водителей, нарушители, уезжают каким-то макаром на Волгоградский проспект. Вот смотрим. Они едут через пешеходный переход, во-первых, запрещено правило, через пешеходный переход запрещено движение задним ходом. Более того, если мы посмотрим, вот знак односторонней дороги, а с левой стороны, обратной стороны, к нам знак кирпич, то есть въезд запрещен. А, как известно, за въезд знак, в данном случае полагается решение прав и судебный практик. Вот мы видим. Водитель на внедорожнике рисует помеху для участников дорожного движения, который правило стоит свернуть направо. Вот. Второй участник движения пытался въехать и попал в такую ситуацию, собственно. Вот. Сейчас мы опять видим, что водитель не Митсубиси и черный автомобиль, они опять создают вот небезопасную ситуацию. На дорогах, вот они, пожалуйста. Вот мы смотрим, видите, он выехал, сейчас он поедет в тротуар. Вот. Человек юмором проехался на грузовичке. Так мы смотрим, что там происходит дальше. А происходит это самое, собственно, что и происходило. Что доставили таким же, собственно, макаром и уже. В то время как все честные люди, они стоят в пробке, ожидают только для проезда, вот эти специалисты совершают звук маневр. Совершенно недопустимый с моей точки зрения, потому что мы это неуважительно к толпу. Прошу прощения, то, что камера так трясется, сегодня очень холодно просто.